Традиционно весенний период практически во всех городах и районах ДНР проходит двухмесячник по благоустройству города, в рамках которого коммунальные службы выходят на улицы и наводят порядок и чистоту в парках, районах и скверах. А неравнодушные жители выходят на субботники. Мы решили узнать у дончан, какое они принимают участие по благоустройству столицы Донецкой Народной Республики. А что вы думаете о субботниках? Положительно, все хорошо. А сами участвуете в субботниках? Обязательно. Хорошее мероприятие. А вы выходите на субботники? Иногда. Ну, а как вы считаете, что люди должны участвовать в благоустройстве города? Обязательно, иначе наш Донец вообще прекрасен, но он станет еще краше. А вы сами какое участие принимаете в этом? Ну, как подметаю возле своего подъезда. А что вы думаете о субботниках? Они нужны? Конечно, нужны, как при Советском Союзе. Это прекрасная вещь. А вы считаете, люди должны сами их организовывать, или вы считаете, что коммунальные службы должны убирать? Ну, вы знаете, я живу в этом доме, вот в этом, в пятом подъезде. Женщина одна и вторая. Клумбы сами все делают, сажают, все делают. Причем не ждут субботников. Такие, ну, пенсионерки. Такая история. Сами участвуете в субботниках? А как же, я в своем доме живу и вокруг убираем. Вы считаете, это нужно делать? Нужно, даже очень нужно. Порядок, чтобы был, чистота кругом. И нам хорошо будет дышать свежим воздухом. А что вы думаете о субботниках? Какой неожиданный вопрос. Ну, как вы считаете, субботники – это хорошо, на них нужно в них принимать участие? Да. А вы сами принимаете участие в субботниках? Нет. Нет, не принимаете? А почему? Никто не звал. Ведь, ну, а сам проявить инициативу, ведь наш город, наш дом, благоустройство, мы дышим, это здоровье наше. Попытаюсь в будущем. Ничего о них не думаю. А вы на них ходите? Да. Принимаете участие? Конечно, учусь и хожу как студент на все субботники. А вас зовут, да? Да. А сами лично вот инициативу сами лично проявляете? Нет, неправда. Может, вы что-то делаете еще для уборки территории? Может, свой двор как-то придомовую территорию убираете? Я не место. Вот если бы наш этаж бы сфотографировали, зашли, вот это было бы хорошо. Это ужас один. Это вообще 40 лет ни разу не делался ремонт. И все сейчас болеют, во всех воспаления легких, во всех бронхиты. И все это вот, пожалуйста. А вы сами как-то принимаете в этом участие? Или вы жаловались, может, на что-то? Я себя помыла, жаловались и писали, ну что, положили вот туда и все. А на улице вы убираете, принимаете участие в благоустройстве? Я с супругом вдвоем, сейчас супруг умер, я сама. А субботники надо выходить. И помогать городу, чтобы чистенький был, хороший. А вы принимаете участие, выходите? Я работаю, я не выхожу. Мы по сменам работаем. А придомовую все... территорию свою убираете? Конечно. А как же, обязательно. Субботники – это важно, да? Очень важно. Я с тех времен, так что мы всегда ходили на субботники. Убирали, копали, мыли, стирали, все делали. Так что молодежь должна помогать. А как вы считаете, наши коммунальные службы достаточно делают для уборки города? Достаточно делают. Это тяжело. Мусора много, всего много. Коммунальные работники работают и делают хорошо все. Донецкая Народная Республика – наш общий дом. И только в наших силах сделать его краше, уютнее и чище. Поэтому давайте не будем равнодушными и наведем порядок вместе. Ведь нам здесь жить.